если решишь, можешь достать. Производство Rainbow SRL. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись. Мыслям добрым улыбнись. Без оглядки в путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь достать. Одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи. И, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, мы от вас недалеко. Мы подружимся легко. Не разлучит нас никто на свете. Винкс повсюду хранит путеводная нить. И дарим мы свет планете. Мы феи. Клуб Винкс. Школа волшебниц. В предыдущей серии Флора спасает поселение Пикси, излечив древо жизни. Тем временем выясняется, что Авалон – шпион Даркара. Он похищает Блум, и никто не успевает помешать ему в этом. Блум исчезла. Пленница Даркара. Я отправляюсь спасать Блум, и это решено! Локет, я думала, что ты больше не хочешь видеть это страшное место. Помнишь тех темных монстров, которые бродят там, готовые съесть тебя? И мне все равно! Блум моя феечка, и я ей нужна! Ты нужна ей живой и здоровой. Вспомни о том времени, когда ты там была. Ага. Локет, королевство Даркара – это чистое зло. Там такая негативная энергия, что она снижает эффективность и жизнеспособность на 77%. Верно, Диджит? Даже на 84! Мне все равно, даже если я полечу на собственных четырех крыльях, я ухожу! Моя любовь так прекрасна! Я пойду с тобой! Амур, ты не должна! Прости, Стелла, мы все любим Блум и Локет! Тут-то потут-то! Все, что говорят Пив, я поддерживаю вдвойне. Что она сказала? Я не в курсе! Диджит, урезонь их! Если Пикси отправится с нами, возможно, они уже не вернутся. Может быть, но судя по статистике, тоже ждет и Винкс, и специалистов! Тогда какая разница? Мы отрегулировали ваши вертолеты. Так что, если хотите навестить Даркара, сейчас самое время. Блум, ты боишься меня? Ты не боялась, когда я выглядел вот так? Перестань дразнить юную леди Раб. Ты не представляешь, насколько она важна для меня. Как только я превращу владелицу огня дракона в темную Блум, у темного феникса появится верная соратница. Мы вместе выпустим силу Реликса, которой я буду владеть единолично. Не мечтай, Даркар, этого никогда не случится. Прости меня, дорогая Винкс, но это не моя мечта, это твой кошмар. Ладно, ребята, мы готовы лететь. Секундочку. Я изучала топографические карты пещеры Даркара. И, судя по ним, там нет таких входов, через которые может влететь вертолет. Серьезная проблема. Без наших мотоциклов наши шансы равны нулю. И что нам делать? Мы вряд ли сможем помочь, а вот Брэндон сможет. Я? Ты хочешь, чтобы я прорыл вход собственными руками? Нет, но у твоей бывшей подружки есть огромный каменный червь, который может легко и быстро прогрызть нам дорогу. Ни за что.
Скай, я не знаю, на что ты намекаешь, но мне это не нравится. Что? Ты предпочтешь, чтобы вся вселенная попала в руки Даркара, чем спросишь свою бывшую подружку, принцессу Ментию, о маленьком одолжении? Ну, на самом деле... На самом деле, это прекрасная идея. Вы вдвоем должны срочно навестить ее. Мы вдвоем? Конечно, но это была ваша идея. Я и мой большой рот. Хорошо. Ребята, мы будем ждать вас на месте встречи. Как только наш ловелас убедит свою принцессу помочь нам, мы будем готовы вступить в бой. Вы сможете попросить властелина тамплиеров прийти к нам на помощь? Нет! Властелин тамплиеров не должен вмешиваться в бой между тьмою и светом. Мы должны избежать это любой ценой. И в нынешней битве... Мы должны сразиться с Даркаром сами. Тогда сделаем это! Не волнуйтесь, я не дам мальчикам нарваться на неприятности. И это их жалкий план. Тени, у меня для вас есть работа. Я думаю, что Трикс нам тоже пригодятся. Ребята, будьте осторожны. Слушайте, это точно вход. Принцесса Ментия, мы идем. Осторожней, ребята! Прости, собачка, я сваливаю. Используй зубную пасту получше. Запрыгивай. Да. Быстрее, ребята, сюда. У тебя остался фонарь, я свой потерял. Нет, я свой тоже. Отлично. Посмотрите. Ребята, вы готовы? Отлично! Вперед! Видите, это просто. Для вас это обычное путешествие, да, специалисты? Посмотрите, их кристаллы. Я же сказала, что я знаю дорогу. Царство трогов где-то близко. Когда вы жители верхних земель, станете уважительнее. У нас королевство, а не царство. Подожди, я тебя знаю. Тебя зовут Абрупто. Ты помнишь меня, дружок? Абрупто мой брат. Он малышка в семье. Простите, но у нас есть незаконченные дела на земле, которые надо завершить. Давай, Брэндон. Хороший удар. Мы быстро разбираемся с нарушителями границ. Что у вас за дело? Мы просим аудиенцию принцессы Ментии. Сначала ты бросил принцессу алтаря, а потом ты возвращаешься и просишь аудиенции. На самом деле, эта принцесса бросила меня у алтаря, а не наоборот. Нам повезло, то следующим королем был бы ты, а не благородный спонсус. Видишь, все королевство должно благодарить моего друга за то, что он не стал королем. Правильно? Хорошо, вы сможете увидеть принцессу. Вот дресс-код. Большинство вещей по желанию. Но для мужчин обязательно перья, куэтль-зарди. Для мужчин, да. Так, да, я лучше не пойду. Вот зверек, а вот и перья. Я не понимаю, что тут сложного. Давай выберем пару хороших и свалим отсюда. Бежим! Скорее залезай на свою доску! Ой! Ой, что? Ой, я только что уронил свою доску! Отлично! Давай, бежим к реке! Это наша остановка! Спасибо! В следующий раз я за рулем! Что только не делают парни ради моды. Забудь о моде и начинай думать о том, что ты скажешь принцессе. И придумай что-то хорошее, потому что нам нужна ее помощь, если мы хотим спасти Блум. Понял, Ловелас? Они все ушли. Я удивлена, что вы не пошли с ними. Они очень сильные девушки, Гризельда.
Я уверена, что они смогут достаточно долго сдерживать Даркара. Достаточно долго для чего? Для того, чтобы я могла подготовить ему небольшой сюрприз. Что? Пойдемте, Гризельда, у нас много дел. Похоже, каменный червь опаздывает на обед. Посмотрите на вертолеты. Мне кажется, их кто-то пожевал. Я знаю, Брэндон и Скай вернутся, ясно? Эй, мы тоже верим в Брэндона и Скай. Они выполняют свое задание, Стелла. Просто мы не любим, когда ломают наши ценности. Ну и где ваши ценности? Это просто техника, ничего ценного. Это же не новое платье. Надеюсь, Скай и ребята поспешат. Точно, нет ничего противнее, чем не делать ничего. Посмотрите на это, есть чем поиграть. Классно. Настало время плохой погоды. Готовы вы или нет, начнем! Моя дорогая, посмотри, кого я нашел на нашем крыльце. Это тот человек, который безнадежно влюблен в меня. Не говори этого, Брэндон. Нам нужна ее помощь. Рад видеть тебя такой элегантной, твое величество. Перья Куэта Лизардии? Да, ты не представляешь, через что мы прошли, чтобы достать их. Мне нужно наказать вас за то, что вы ходите в этих безобразных перьях в моем дворце. Они выглядят ужасно. Особенно на мужчинах. Именно, украшение из жал скорпионов будет более уместно, да? Вы правы, ваше величество. Я не знаю, о чем они думали. Принцесса Аментея, вы уже знаете, что нам всем угрожает опасность. Лорд Даркар пытается получить власть над Магиксом. Нам нужна ваша помощь, чтобы остановить его. Я должна признать, эта ледяная девчонка взбесила меня. Тогда ты можешь одолжить нам каменного червя, чтобы мы могли прорыть себе дорогу до дворца? Подожди минуточку. Даркар – враг моего королевства. Но вам-то что? У нас есть задание остановить Даркара. Мы нападем на его замок, и с твоей помощью у нас это получится. Если ты настоящий воин, который достоин помощи великой Аментии на поле боя, ты должен победить меня на дуэли. Хорошо, это же не так сложно. Вперед. Не волнуйся, Спонсус, я ей поддамся. Я волнуюсь не за нее, а за тебя. Не хочу тебя пугать, но Ливи вроде говорила, что принцесса владеет восточными единоборствами. А, какая я невнимательная, совсем забыла про твоего беловолосого друга. Гаргантюа проследит, чтобы Брэндон тоже повеселился. Да, ваше величество. Что ж, не будем стоять, как истуканы. Начнем дуэль. Ни Скай, ни ребят не видно. Как раз сейчас мы обеспечиваем нашим врагам идеальные цели. Хорошо, ребята, будем ждать на безопасной высоте. Давайте взлетать. Хорошо, Сторми, взлетайте. А, что происходит? Нет, нас ударили несколько молний. Мне кажется, я знаю, откуда они. Нам придется перепрограммировать программы. Основной компьютер рухнул. Текна, волшебница Винкс. Зачем ты превратилась? Познакомься со своим главным компьютером. Отлично! Этого мало, чтобы остановить Винкс. Меня это не волнует. Главное, чтобы твои друзья были заняты, пока ты превращаешься в темную Блум. Я уже выиграл. Этого тоже не будет, Даркар. Но ты уже видела, что случается, когда твое сердце наполняет темнота. Нет, только не это! Верно!
Темный клон одолжил тебе немного своего зла, когда гипнотизировал тебя. А сейчас я завершу трансформацию. А теперь немного ледяной глазури на их торт. Могу кое-что сделать. Волшебница Винкс! Похороню их в Буране. Да, отлично, молодец. Да. Ура, Флора! Получайте. Чего ты ждешь, Величество? Начинай. Хорошо. Я! Остановись, или мне придется ответить. Мне как-то неприятно. Мне, наверное, нужно драться вместе с парнями. Перестань, ты смелая и красивая. Тебе не нужно ничего доказывать. Хочешь чаю? Ты будешь поражен и повержен, прежде чем скажешь «Тат Куэрзидок». А зачем мне это говорить? Боже, похоже, это больно. Маленький жучок начинает злить меня. Я раздавлю тебя. Ты сам напросился, большой парень. Так, Куэрзидок на языке Нижней Земли значит «я сдаюсь». Эй, это сказала ты, а не я. Плохая шутка, смешной парень. Аминтия, любовь моя. Отличная стратегия, Брэндон. Ты сделал вид, что ты неумеха, а потом бам! Ты быстро меня уложил. Я этого не ожидала. Может, пойдешь на две из трех? Ни за что, договор есть договор. Конечно, может, тогда в другой раз, а? Дорогая, ты в порядке? Спонсус, милый, не отвлекай меня, я пытаюсь сосредоточиться. Я придумала. Я, принцесса Аминтия, не только помогу землянам, но и прямо сейчас объявляю войну лорду Даркару. Главное, чтобы ты была рядом, любовь моя. Ура! Да. Возможно, наша спасательная операция все-таки будет удачной. Этого они точно не переживут. Да, отличная идея. Тимми, Текны, как у вас дела? Нам бы тут пригодилось немного тепла. Молнии Сторми серьезно повредили нашу электрическую систему. Мы делаем все, чтобы восстановить нашу мощность. А потом мы займемся теплом. Мы долго не продержимся. Будем надеяться, что Скай-ребята появятся до того, как мы утонем в снегу или в воде. Ни за что не выйдет. Настало время прекратить эту холодную глупость. Стелла, я не уверен, что это хорошая идея. Послушай, Тимми, может, тебе и нравится отмораживать свой нос, но нам с феечками это надоело, и мы готовы к приятному весеннему теплу. Ха! Волшебница Винкс! Чармикс!
сейчас же. Мы восстановили нашу энергию. Тогда, может, попробуем подняться? А, Стелла сожгла растения, которые держали лед. Нас раздавит. Текна, мне нужны двигатели. Сейчас же. Готово. Сила суперсолнца. Сейчас же. Отлично. Молодец, Текна. Брэндон, ты там не стал новым королем Нижней Земли? Ни за что. Мой герой. Мы сделали это. Отличная работа. Да, и отличная работа Текны. Послушай, Текна, я никогда не буду героем с мечом, но я хочу быть твоим героем. Тимми, ты мой герой. А теперь надень очки, пока ты никуда не врезался. Отличная работа, Скай. Надеюсь, мы не опоздаем и спасем Блум. И не стоит забывать про Магикс, все планеты, про всех, кто тут живет. А сейчас я напущу на твое сердце волшебную тьму. Мои друзья не позволят тебе сделать это. И через мгновение ты будешь желать им смерти больше, чем я. Вот ключ к главным силам Реликса. Темная Блум. В следующей серии «Школы волшебниц» специалисты Пикси и Феи штурмуют подземный дворец Даркара. Начинается страшная битва против монстров. Но Даркар использует темное волшебство, превратив Блум в злодейку. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Производство Rainbow. В небесах легко, не догонишь нас. Автор идеи и Genius Traffic. Высоко, их сияние освещает все. Когда поверишь в магию слов, мы станем навсегда друзьями. Режиссер Джинио Страхи. Клуб Винкс. Трикс решили, что рождественское волшебство – это новая сила, и попытались украсть ее у Блум. Они заперли Винкс в Алфее, натравив драконов, дышащих льдом. Но Винкс сумели победить их. Теперь феям пора разгадать загадку Камня Смелости. Фокусы Трикс. Боль приносит черный дождик, усмирить тебя он сможет. Боль приносит черный дождик, усмирить тебя он сможет. Скажи мне, как найти сиреник Стапна, или я позволю им разрушить твой разум.
Никогда! Боль приносит черный дождик. Усмирить тебя он сможет. Стойте! Она в обмороке. Кошмар. Проклятье. Слабачка. Она не заговорит, чтобы спасти себя. Но она заговорит, чтобы спасти свою сестру. Точно. Блум! Найдите Блум! Приведите ее мне! Для меня большая честь и радость объявить ежегодное соревнование уиндрайдеров открытым. Специалисты, садитесь на свои уиндрайдеры! Здорово! Я обожаю соревнования уиндрайдеров. Я тоже! В этом году у нас очень непростая трасса, Саладин. Гонка обещает быть очень увлекательной, Фарагонда. Ты готов гоняться, Ривен? Да, а ты готов проиграть? Внимание! Марш! Посмотрите на это! Ривен, вперед! Сначала огненные клетки! Да! Давай, давай! Это мой парень! Вперед, Брэндон! Ого, похоже, Скай нервничает. Я пойду поговорю с ним. Давайте, ребята! Проклятие. Перестань, это как скакать на лошади, брат. Никогда не разучишься. Я не помню, ездил ли я на лошади. С того дня я вообще ничего не помню. Не волнуйся, Скай, ты был лучшим уиндрайдером в Красном Фонтане. Она права. Ты был самым крутым на гонках. Правда? Да. И знаешь что? Соображай быстрее. Что? Видишь? У тебя отличные рефлексы. Доверься своим инстинктам, и все будет хорошо. Участники заезда Б на старт. Спасибо, Блум. Что ж, я рискну. Обожаю это заклинание на невидимость. Обожаю его. Привет, Гелия! Привет! Флора, ты в порядке? Да, но... Что? Я не знаю. Эй! Это не смешно, Кико. Этот кролик видит нас. Звери используют свои носы. Я ему сейчас устрою. Зеркальная атака. О, Кико! Кико! Давайте еще помучаем Стеллу. Мы пришли сюда забрать Блум. Тританус ждет. О, ты последнее время стала такой занудой. Где Блум? Надо, чтобы она сейчас же показала себя. Книга Сиреникса. Возможно, это ключ к третьему камню. Тут нечего бояться. Ваш поиск почти закончен, но, Винкс, вы должны спешить. Я знаю. Время на исходе. Найдите глубинный цветок. Он откликается лишь на смелость. Я думаю, девочки, что это проверка на смелость. Все наши испытания проходили на наших родных планетах. Мне кажется, глубинный цветок находится на моей родной планете Линфеи, в океане цветов. Тогда нам пора выдвигаться. Чур, я управляю Odyssey Explorer'ом. Участники заезда С на старт! Удачи, ребята! Ой, Скай на старте! У нас нет времени, Блум. Если мы не найдем камень смелости в ближайшие 3 дня, мы навсегда потеряем наши силы. Я просто хочу убедиться, что Скай помнит, как нужно летать.
Отлично. Давай, Скай, у тебя получится. Придется заставить Блум появиться, сестры. Что происходит? Он неуправляем! Что это за существа? Поймайте Блум и приведите ее к нам. Скорей! Бежим! Осторожно! Неприятности. Но как же поиски Сиреникса? Не беспокойтесь, отправляйтесь на Линфею. Мы с ними разберемся. Винкс, трансформация! Волшебница Винкс, гармония! Блум, фея пламени дракона! Лейла, фея волн! Такна, фея технологий! Защита! Гризельда, отведи девочек в главный зал. Специалисты, доставайте свое оружие! Красиво! Очень красиво! Ну, здравствуй, хранительница! Дейзери, хранительница врат Линфеи. Еще одна хранительница, и я смогу войти в бесконечный океан. Но сначала навестим океан цветов. За мной, монстры! Я должна плыть за ними. Надо собраться. Вот он, океан цветов. Ага, тут красиво. Да? Стелла, ты же сказала, что умеешь управлять. Я сказала, что хочу управлять, а не что умею. Это самая глубокая точка океана цветов. Думаю, здесь мы и найдем глубинный цветок. И мы будем нырять отсюда? Да, но нам надо быть осторожными. В этих местах растительность довольно дикая. Эй, насколько диким может быть цветок? Они плотоядны и могут съесть тебя. Волшебница Винкс! Гармоникс! Я чувствую, что я сильнее. Я превращаюсь в супер. Флора, фея природы! Врагом побеждаю. Муза! Фея музыки! Стелла! Фея яркого солнца! Стелла! Иллирис! Моя любимая Селки! О, Стелла! Мы не можем найти Дейзери! Мы боимся, что Тританус напал на нее. Ты используешь свою магию? Я слышу ее. Сюда! Дейзери, меня зовут Флора.
между ними возникла связь. О, Флора, спасибо! Ты восстановила мои силы! О, Тританус проник в океан цветов! Этого мы и боялись. Дейзери, мы должны найти глубинный цветок. Я могу отвезти вас к нему, но чем глубже мы будем опускаться, тем агрессивнее будут растения. Она имеет в виду плотояднее. Сюда! Быстрее, девочки! Сюда! Спасибо, Тимми. Ураган цифр! Каждая возьмет на себя одного! Расходимся! Блум! Сзади тебя! Огненные лезвия! Они охотятся на тебя, Блум! Я знаю! Из-за меня в опасности другие, и я постараюсь вывести их отсюда! Нет, у меня есть план. Иди к огненной клетке, жди перед ней. Но, Скай! Я круто езжу на Уиндрайдере, помнишь? Это я помню! Позови их! Эй, львы, сюда! Что она делает? Кажется, у Скай есть план. Вы что, боитесь? Идите, поймайте меня! Так держать! Ты все еще крут, чувак! Ух ты, Блум! Мы это сделали! Ты был великолепен, Скай! Тут как-то темновато. Если почувствуете, что что-то щекочет ваши ноги, двигайтесь быстрее. Ой. Что ж, она могла быть им. Это проверка смелости, Стелла. Ладно, хорошо. Проверка смелости. Вон! Это глубинный цветок. Глубинный цветок отзывается лишь на смелость. Он выглядит дружелюбно. Я заплыву внутрь. Привет! Мы пришли найти камень смелости. Смотрите! Флора, стой! Нет! Флора! Осторожно! Ой! Блестящее зеркало! Несмотря на особый характер сегодняшних соревнований, судьи все-таки решили вручить призы. Первое место в гонках на Уиндрайдерах достается принцу Скаю. Ура! Молодец! Так держать. Ты все еще крут, чувак. Ты смог все вспомнить. Может быть, немного покатаемся? Я знаю лучшее место. Ущелье Рокол-Учи. Мы раньше часто туда летали. Смотрите, она уезжает с красавчиком. Мне кажется, это ошибка. Мы так и не поняли, что здесь сегодня произошло. Идеально. Мы схватим Блум и проучим этого блондинистого принца. Все одновременно. Реверберирующие ноты! Не навредите цветку! Мы пытаемся спасти тебя! Нет! Я должна помочь цветку! Если я попаду в центр, я удалю черное колдовство! А! Я помогу тебе! Осенний вихрь!
Глубинный цветок, пожалуйста, скажи нам, где найти камень смелости? Он совершает некие движения. Он пытается говорить с нами? Да, но что он говорит? Нам нужен переводчик. Конечно. Сиреникс Бокс! Хранительница Сиреникса, пожалуйста, помоги! Чем я могу помочь тебе, Флора? Хранительница, пожалуйста, помоги нам понять глубинный цветок. Глубинный цветок говорит, что ты была очень смелой, Флора, и заслуживаешь найти камень смелости. Что? Да ладно! Ну, хранительница... Прости, я немного переволновалась. Цветок также сказал, что вам надо пройти еще одно испытание. Книга Сиреникса даст вам последний ключ. Ура! Почти финал! Жми, Скай! О, нет! Держись, Блум! Скай! Блум! Привет, Скай! Помнишь нас? Трикс! О, бедный маленький принц стукнулся головой! И теперь он совсем ничего не помнит. Очень странно. Блум не отвечает. Мы едем домой. Отлично. Но, кажется, у Блум неприятности. Давайте встретимся в ущелье. Мы уже летим. Ты цела? О, это вы сделали. Голова кружится. Я не позволю им навредить тебе. Да, конечно. Нет! Попрощайся с принцем-милашкой, Блум. Блум, нет! Вечно она все портит. Хватайте ее! Я прикончу малышку принца! Единственное, чего вы нахватаетесь, это грязи! Ах так! Что ж... Или они могут наловить лицом камней? Танцевальный вихрь! Диапазон! Нет! Я! Получай! Ослепительные спирали! Ураган цифр! Ледяная атака! Мистическая обертка! Мы вернемся за тобой, Блум! Жди нас! Блум, ты такая смелая! Ты спасла меня! Ты бы сделал то же самое для меня! Однажды ты сделал это! Ты помнишь? А что, если я никогда не вспомню, Блум? Знаешь, это пугает меня! Все, что у нас было вместе, может исчезнуть. Но я готова рискнуть. Пусть прошлое будет в прошлом. Ты уверена? Кроме трех воспоминаний. Наши воспоминания о том, как мы сегодня победили львов. И о том, как ты спасла меня. Точно. А какое третье? Вот это. Давай перестанем вспоминать прошлое и начнем вместе строить будущее. А мы только приземлились, мы ничего не слышали. Нет, совсем ничего. Мы нашли глубинный цветок. Осталось всего одно испытание. А это круто! И мы найдем последний камень.
И тогда мы получим силу Сиреникса и навсегда остановим Тритануса. Теперь я никогда не заставлю Дафну говорить! Не злись! Ненавижу, когда ты злишься. Фу, какая гадость! Это точно сестра! Я все исправлю. Я раздавлю Блум и ее друзей. Ская, специалистов, даже ее противного кролика. Всех, кто ей дорог. Как я могу злиться на тебя, когда ты говоришь такое? Ладно, дам тебе еще один шанс. Винкс разгадали последнюю загадку и выяснили, где находится Камень Смелости. Они должны покинуть Королевский дворец и отправиться на Большой Желтый Риф. Чтобы получить последний камень, Винкс должны перебороть свой страх в океанах Домино. Производство Rainbow совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2012 году. Производство Rainbow SRL. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись. Мыслям добрым улыбнись. Без оглядки в путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи. Конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, мы от вас недалеко. Мы подружимся легко. Школа волшебниц. В Алфее закончился учебный год. Теперь после приключений и опасностей наступают долгожданные каникулы. Для Блум и ее подруг из клуба Винкс настает время расставания. Бал принцессы. Отправляется к маме, это к папе. Нет, стоп, мне нужен синий топ для пикника у мамы. Нужно красное платье для королевского парада у папы. Красное платье просто прекрасно. Это правда, я хочу надеть его на чаепитие в сад у мамы. Ты знаешь заклинание на клонирование? Перестань волноваться и просто раздели вещи пополам. Потом надевай то, что есть. Надеть то, что есть? Шутишь? Все волшебные агроэликсиры отправляются в большой чемодан, а цветочные запахи в маленький. Поднажми, Флора. Я прощалась со Скаем, я не увижу его. В этом году каникулы короче. Я знаю, что это недолго, но недавно мы поссорились, и мне не хочется оставлять его вот так. 22,4% вещей в этот чемодан, 78,6% в тот. Волшебная упаковка. Точность, это прекрасно! Какая красота! А теперь пошли со мной. Поскольку мы с Музой не уезжаем на каникулы, мы поможем вам донести ваши вещи. Это не обязательно. Смотри, сумки! За мной!
что вы с Музой будете делать? Сегодня мы отправимся на новый пляж на Восточном берегу. Туда каждый час ездит автобус. А, осторожно! Я поймаю! Сколько времени я потратила, чтобы разделить одежду между чемоданами для папы и мамы? Мы поможем тебе снова собрать их. Стелла, посмотри туда! О! Это солнцеграмма. Королевский дворец Солярии рад объявить об официальном бале принцессы. Бал принцессы? Для меня? Я была уверена, что они его не устроят. О, это так! Не хочу показаться глупой, но что такое бал принцессы? Это вечеринка, на которой принцесса представляет народу. Это значит, что принцесса официально вошла в королевский круг. Когда о браках еще договаривались, на балу объявляли, кто будет ее мужем. В некоторых королевствах это осталось. Да, представляете? Тебе понравится эта вечеринка. Я сделаю особое объявление, которое станет для тебя сюрпризом. Ты будешь рада это услышать. Все, меняем свои планы, все едем в Солярию. Никаких «но». Бал принцессы бывает один раз в жизни, и вы должны там быть. Непременно. Да! Ура! Не подходи ближе, а то корабль замерзнет. Измерение Омега, вы же не посылаете нас туда? Да? Нет, вы не настолько плохие. Говорят, что там холодно, что ваше сердце может замерзнуть. Такого никому не пожелаешь. Простите, дамы. Они пытаются заморозить мое сердце. Неужели они не знают, что оно такое холодное, что его уже ничем не заморозишь? Нужно просто загрузить его в свой волшебный порт, и он пригласит всех твоих друзей. А вот Тимми. А вот Скай. Как здорово, что твой папа устраивает для тебя бал принцессы. Не все отцы знают, как устроить такую вечеринку. Мой тоже не знает. Раньше все делала мама. Может, она все делает и на этот раз разделить? Я надеюсь, ты права. В приглашении не написано, что оно от короля Радиуса. Там написано от королевского двора. А двор — это и папа, и мама. Понимаете? Я уверена, что они снова сошлись. Наверное, они хотят удивить меня этим объявлением. Я так взволнована. Мои родители снова будут вместе, а у меня будет бал принцессы. Соединить? Больше никаких отдельных сумок, ребята. Я найму лимузин, и мне нужно купить платье. А вам надо просто прийти. Мы с Лейлой пойдем на пляж. А я с тобой. Проснитесь, дамы. Где мы? Измерение Омега. Это очень круто. Сюда отправляют только худших из худших. Отлично. Уверена, в облачной башне сейчас говорят о нас. О, похоже, у нас компания. Могу поспорить, что это охранная система. Слабовато. Ха! Вот кто ответил на приглашение. Будут Ривен, Геля. Отлично. Брэнда. Конечно, любимый. Тимми Мирта. А что со Скаем? Нет ответа. Если он доберется до Эраклиона до того, как получит приглашение, родители не отпустят его. Давайте остановимся здесь. Их девиз: каждой пицце своя начинка. Нам надо подкрепиться, чтобы были силы для шопинга. Пожалуйста. Спасибо. Извините, это наша пицца.
Нет. Следующее будет готово через 10 минут. Она не против подождать. Я заказала эту пиццу. Кто ее держит, тот и хозяин. Тогда я заберу ее себе. Эй, отдай! Нет, она моя! Отпусти! Отпусти! Моя Дольче и Габбана! Моя Спелла Маккартни! Исчезнуть! Удалить пятно! О! Вы что, фея из Алфеи? Да, а что? А вы кто? Бетты! Тик-так, тик-так, Бетта круче, это так! Хау! Где ты, Бетта? В королевстве пупсиков? По крайней мере, мы не из королевства зануд. Щелк, щелк, щелк! Почему мы не можем дружить? Вы тоже на каникулах, как и мы? У Химеры будет бал принцессы. Это круто. У Стеллы тоже. Мы покупаем платье. И мы тоже. У нас много общего. По-моему, здорово знакомиться с феями из других волшебных школ. Эй! Из чего ты сделана? Из леденцов и сладких пирогов? Эй, не надо обижать мою подругу Флору. Да? Или что? А? Стелла, пойдем искать платье. Приятно было познакомиться, девочки из Беты. Удачного шопинга. А тебе, воровка пиццы, особенно подойдет грязно-коричневый цвет. Тебе стоит его носить. Ха! И... щелк! Молодец, Текна! Спасибо. О, пока! Мне нужно идти. Меня ждет Лейла. Увидимся! Увидимся! Пожалуйста, пройдите внутрь для примерки. Тут так холодно. Подожди, ты сейчас увидишь платье. Мы с Текной сходим на второй этаж. Увидимся. Хорошо, встретимся позже. Виртуальное платье, круто! Очень удобно, когда ищешь дизайнерские наряды. Это может быть единственное платье, но его можно примерить в 100 магазинах. Как тебе это? Мне очень нравится. Дай мне попробовать. О, ты выглядишь прекрасно. Конечно, Скай. Я буду рада потанцевать. Короче, круче, гламурнее, супермодели, рок-звезды. Нереально круто. Шикарно. Вот это платье я надену на бал принцессы. Ты такая красивая. Скорее бы мой отец увидел меня в этом. Это платье продается в бутике у Изари в восточном торговом центре. Это недалеко, бежим. Это просто шикарно. Это мое платье! Оно мое. Оно всего одно, и я получу его первой. Эй, смотри, у тебя шнурок развязался. Неправда. Ой. Увидимся, неудачницы из Алфеи. Там. А? Валтер! О, этого парня приговорили к вечному заключению за что-то очень плохое. Ты думаешь, он не спит? Похоже на то. Давайте попробуем узнать. Замороженный парень, моргни один раз, если видишь нас. Похоже, не спит. Что теперь? Может, если мы этого парня отдадим змеям, они отстанут от нас? Хорошая идея. Извини, приятель. Либо ты, либо мы.
Отличная работа, готический парень. Спасибо. И давно ты тут сидел? 17 лет. И ты все это время не спал? Да. О, это так скучно. Есть время подумать. О чем? О том, кому ты хочешь отомстить и как. Значит, ты Волтер? Может, мы вместе разнесем это замороженное местечко? Следуйте за мной. Постой, ты крутой. Ты явно обладаешь силой. И если мы объединимся, у нас будет больше шансов выбраться отсюда. Но не вздумай командовать. Да, это будет большой ошибкой. Конечно, я был бы глупцом, если бы думал иначе. Давай, Блум, пойдем заберем это платье. Давай срежем здесь. Восточный торговый центр там. Ты уверена, что это стоит того? Мне очень понравилось это платье. Мы точно будем там первыми. Пока, Беты. Они нападают на нас из-за платья. Верно. И мы не будем это терпеть. Получай еще раз. Ах вы! Бежим! Они мне надоели. На это. Она совсем не может контролировать свои силы. Щеночки, они упадут! Волшебница Винкс! Платье от Визрачи. Оно красное, с лямками, сделано. Из шелка с кружевами. Пока, девочки из Алфеи. Как вы могли продать его ей? Я принцесса Солярии, и я собираюсь на бал имени меня. Странно, она сказала мне, что она принцесса Солярии. А? Вы уверены? Пока она не принцесса, но она сказала, что она скоро ею будет. Вот они, врата Вандрус. Выглядят крепкими. Нам просто нужно сделать дырку, тогда я смогу направить в них свою энергию и сломать проход. Больше ни слова, дамы. О, нет! Ворота только укрепляются от волшебства. У меня есть прекрасная идея. Эй, ледяная змея, сюда! Что ты делаешь? Давай, змея, дай мне холод. А теперь ударьте со всей силы. Идеально. Мне нравится ваш стиль. Взаимно, Волтер. Измерения. Кто-то пытается вырваться. Теперь они мои рабы, и я получил всю их силу. Почему у всех этих парней есть рабы? Я не знаю. Нам надо тоже их заиметь. Андрес мой. Привет, девочки. Как все прошло? Ой, Муза, что ты сделала со своими волосами? Немного сменила имидж. Очень здорово. А я добавила в свой гардероб новое платье. Можно посмотреть.
Здесь? Да. Давай. Ну, хорошо. Ого, ты просто красавица. Это правда. Очень круто, Стелла. Спасибо, но видели бы вы другое платье. Стелла, у тебя будет бал принцессы. Твои родители сходятся. У нас каникулы. Что может быть лучше этого? Может, если появимся мы? Брэндон, Лапуля! Привет, Тимми! Привет, Тимми! Скай! Я думала, ты вернулся в Эрклион. Я получил приглашение от Стеллы и вернулся. Я бы ни за что не упустил шанс отвезти тебя на бал принцессы, Блум. Мне жаль, что мы поссорились до этого. Мне тоже. Мы купили еды для пикника. Бургеры, сосиски и пастилу. И ребята, музыка. Что-то не так. Да, я знаю, надо сменить станцию. Нет, что-то не так с океаном. Давайте, девочки, волшебница Винкс! Выходите из воды! Помогите мне! О нет! Вон там! Маленькая девочка! Я туда! Это что-то новое. Это волна явная аномалия. Очень большая аномалия. А что ее вызвало? Ударная волна из другого измерения. Это значит, что в сердце океана произошло что-то ужасное. А? Принцесса Лейла. Это я. Что случилось? Ломстад, Контунис Тонтар. Что она сказала? Андросу угрожает опасность. Мне нужно идти. Мы пойдем с тобой. Вы не сможете. Мне придется плыть через океан. Я нужна своему народу. О, прощайте. О! У нас все больше рабов. Неплохо, Валтер. О, это только начало. Пока Винкс готовится к большому балу принцессы, свет солярии заслоняет страшная черная тень. Над королевством Стеллы появляется знак Валтера. Ты в клубе Винкс, значит, мы друзья. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Ты в клубе Винкс, и победа ждет. Вместе мы сильны, как радостно творить чудеса. Крылья прозрачные раскрой, в путь отправляйся, забудь покой. Самые дерзкие планы исполнишь ты. Много тайных историй ждут впереди. Как волна ты так сильна, и в сердцах друзей навсегда. Ты в клубе Винкс, значит, ты звезда. Путь твой освещен, лучи ведут тебя. Ты в клубе Винкс, это
душа поет. Волшебные сказки верим мы, чудесные феи вместе в клубе Винкс. К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды радуг конфетти. Мы друзья всех сильнее. Автор идеи Иджинио Страффи. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. Винкс и специалисты прогнали Василисков из Линфеи, а Стелла и Лейла заработали силу Блумикса. Дафна приглашает фей в золотую аудиторию в королевстве мелодии. Муза счастлива, пока Трикс и Селина не выпускают духов преисподней, которые устраивают страшный шум. Огненная воронка. Ну что, ты хочешь присоединиться к темной силе, да? Это в ваших же интересах. Я знаю, как добраться до Блум. Селина, я уверена, что твоя книга приведет нас к Блум быстрее. Да, у меня есть идеальная история. Под замком Домино находится огненная воронка. Это такая мощная магия, что даже Блум с ней не справится. Правда, говорящая яма. Ах, скучно. Очень жаль, потому что огненная воронка – это дом огнеедов. Вот это дело. Будем бороться огнем с огнем. Забавно, что вы упомянули Домино. Меня как раз пригласили на эксклюзивную церемонию. Более удобного случая у вас не будет. Иди на вечеринку, найди способ уничтожить Блум, и, может быть, тогда мы примем тебя в наши ряды. О, Дафна, я так счастлива за тебя! Сегодня ты, наконец, станешь кронпринцессой. Ты это заслужила. Спасибо, Блум, но я немного нервничаю. О, Дафна, не беспокойся, вместе мы совсем справимся. Ты права, мне это нравится. Что же, где же все гости? Хороший вопрос. Я проверю. Блум, видишь кого-нибудь? Да, гости идут. Слушай, Скай, Блум говорила с тобой о Дафне. Она когда-нибудь упоминала обо мне? А? Что? Скай, Торрен, мы здесь! О, привет, Блум. Я как раз говорил о вас со Скаем. По крайней мере, пытался. Стоп. Что? Друг, ты что-то рассеян сегодня. Да. Прости меня, пожалуйста. Мне надо идти. А? Ха, интересно, что все это значит? Кейко, что случилось, Блум? Я чувствую слабость. Может, это потому, что я поделилась своим пламенем дракона? Тебе плохо? Давай я тебе помогу. Спасибо, Флора, я в порядке. Ты уверена? Давай я налью тебе воды. Пойдем, Блум, узнаем, чем заняты девочки. Что мы пропустили? Вы как раз вовремя. Я чувствую вдохновение. Нет ничего лучше королевской коронации. Это так официально? Подожди секунду, Кико. В честь сегодняшнего особого события нам надо принарядиться. Приготовьтесь удивиться.
я все исправлю. О, да. Давайте попробуем еще раз, хорошо? Какая прелесть! Модненько! Так-то лучше. Ладно, Дафна, твоя очередь. Какую цветовую гамму я выберу для тебя сегодня? Ярко-зеленый? Королевский фиолетовый? Я придумала! Кико, ты такой хорошенький! Серьезно, вы всех нас затмили, ваше высочество! Оно прекрасно! Правда ведь я молодец? Я поражена, Стелла. Я чувствую себя настоящей принцессой. Вот они, смотрите, Дафна и Блум. Браво! Замечательно. Да здравствуй, Дафна! Кое-кто не может оторвать от тебя глаз. Принцесса, да. Граждане домино, короли и королевы, сановники, мы с Марион приветствуем вас. Кико, что происходит? Спасибо, что присоединились к нам в этот особенный день. Ваше присутствие... Джаспер! Неужели она снова? Кто ее пригласил? Пошли, расскажем другим. Хорошая идея, Локи! Это день для нашей семьи. Как король домино, я жалую своей старшей дочери Дафне титул крон-принцесс. Ура! Здравствуй, принцесса! Теперь она твоя. Носи ее с честью. Я так горжусь тобой. Я обещаю делать все во благо домино и его жителей. Ура! Да! Принцесса, подарите мне этот танец. Я так рада видеть Дафну счастливой. Да, она выглядит прекрасно, но я не в восторге от того, что она общается с Тораном. Почему? Что с ним не так, Скай? Ты должна знать, что он за парень. До Красного Фонтана, когда мы были детьми, мы с Тораном учились вместе в школе. Как-то мы гуляли в лесу Эраклиона и искали следы животных. И вдруг, откуда ни возьмись, на нас напали. Во время битвы он просто бросил меня. Оставшись один, я с трудом сбежал. Скай, я этого не знала. Не хотел тебя расстраивать, но ты должна это знать. Пошли, покажем, как надо танцевать. Домино повезло, что здесь такие воспитанные молодые принцессы. Да, о более вежливых и смелых девушках невозможно и мечтать. Это так романтично! Смотри, они взлетают! Какие они красивые! Ты прав, Кико, она что-то задумала. Не волнуйся, пора действовать. Давайте! Замечательно! Так красиво. Спасибо, спасибо. Спасибо, что присоединились к нам в этот особенный день. Как я люблю любовь! Блум! Блум, ты в порядке? О, какая жалость! К
кто-то сегодня сам не свой. Идеально. Перед нами легкая цель, дамы. Рассказывай. Блум так слаба, что не может даже говорить. О, чудно. Похоже, это отличное время немного зажечь. Ты права, сестра. Давайте выпустим огнеедов, девочки. Договорились. Я же говорила, что в огненной воронке живут огнееды. Легендариум, огнееды, выходите из воронки. Я призываю вас. Пусть ваши искры вызовут страх, по которому вы тоскуете. Блум, Блум, ты слышишь меня? Все будет хорошо. Я здесь, с тобой. О, Скай! Дафна, что с ней такое? Это пламя дракона. Его недостаточно, чтобы поддержать ее. О, нет! Мы не знали. Винкс, вы не виноваты. Блум хотела помочь. Скай, отнеси ее в комнату. Тебе надо отдохнуть, Блум. Бегите! Спасайтесь! Мне кажется, или их правда не приглашали? Кто они такие? Огнееды. Они герои старой легенды Домино. Не приближайтесь к ней! Скай, не подпускай их в Блум! Дафна! Нимфа Сиреникса! Теперь наша очередь! Волшебница Винкс! Блумикс! Лейла! Фея Волк! Винкс, давайте потушим этот огонь. Ого, это плохо. Скай, поспеши, ты должен унести Блум, срочно. Второй раунд, Винкс! Я помогу тебе, Скай! Уходи! Стойте! А? Что? Куда вы собрались? Пропусти нас, Диаспора! Монстры захватили все северное крыло дворца. Огненная воронка — это единственное место, где Блум может восстановить свои силы. Неужели ты веришь, Скай? Нет. Ты никогда не помогала, Блум, а теперь с дороги! Блум! Блум! Не беспокойся, Торрен. Я могу с ним справиться. Танец бриллиантов! Это было слишком тяжело. Нам надо вернуть силу Блум. Срочно! Только она может их остановить. Быстрее, бери на руки Блум, а Скай оставь здесь. Что теперь? За мной. Скорее, уходим. Даже не думай. Наконец-то Блум будет в прошлом, а Скай будет моим. Я приказываю вам! Быстрее, бегите! Мы их удержим! Где девочки? Если они вместе, то с ними все в порядке. Что? Куда все делись? О, нет! Огненная воронка! Некоторые гости не понимают намеков, что надо уходить. Их отменная выносливость давно известна всем. Отлично! Перейдем к части, где ты расскажешь, как их победить. По древней легенде, только сила огненной воронки может победить их. Дафна! Блум в опасности. Защита волн!
Мне кажется, Торрен и Диаспора сейчас несут Блум в воронку. Исторически воронка была волшебным местом для испытания пламени дракона. Похоже, это не так плохо. Но за много веков сила воронки стала неуправляемой. Блум слишком слаба, чтобы справиться с ней. Это плохо. Дафна, мы с ними разберемся. Вы со Скайем идите за Блум. Пошли, Скай. Мы на месте. Правда, даже дух захватывает. А теперь положи Блум прямо в огненную воронку. Дальше все пойдет само собой. Нам туда? Ты в этом уверена? Она фея пламени дракона. Поэтому огонь для нее полезен. Это не так сложно. Ага. Но ты же хочешь вернуть ее силы, не так ли? Торрен, нет! Не делай этого, Торрен! Не слушай, Диаспора! Какая же ты отвратительная! И это я еще в хороший день! Нет! О, Скай! Блум, что ты с ней делаешь? Диаспора! Не смей этого делать! Сдавайся, Скай! Ты слишком хорош для нее! Прекрати это, Диаспора! Ты же знаешь, я люблю Блум! Тогда посмотрим, как ты переживешь вот это. Нет! Блум! Скай! Держу тебя! Теперь вы ничего не сделаете. Нет! Ой, что же мне делать? Куда она делась? Скай! Торрен! Что это было? Я слышала об этом месте. Это огненная воронка. Это невероятно! Тут так красиво! Пламя дракона! Дракон Домино! Возьми себя в руки! Ты сможешь! Атакуй со всей мощью пламени дракона! У меня получилось! Ребята, что нам теперь делать? Надо держаться вместе. Я знаю. Я больше тебя не подведу. Обещаю. Блум! Ураган пламени! Класс! Она прошла испытание воронкой. Блум, как я рад тебя видеть. А я очень рада видеть тебя, Скай. Давай разберемся с этими монстрами. Надо спешить, они тут повсюду. Полетели. Похоже, я долго не выдержу. Я знаю, но нам надо держаться. Точно, Лейла.
Я прилетела вам помочь! Блум, ты вернулась! И у тебя есть сила Блумикса! Молодец, подруга! Наша Блум! Мне руку дай, не руши. Скай, я очень испугался в тот день. Мы тогда были детьми. Если можешь, прости меня. Ничего, Торрен. Нам обоим пора повзрослеть. Мир? Мир. Вот бы тут был принц, с которым я бы могла потанцевать. Да, это было бы здорово. Торрен, может, есть кто-то, с кем хочешь потанцевать ты? Я так счастлива за Блум и Ская. Они выглядят такими влюбленными. В следующей серии. Чтобы остановить Трикс, Винкс должны узнать больше о загадочном легендариуме. Для этого им придется отправиться в кругосветное путешествие с Дафной в роли наставницы. Но стоило Винкс найти верное направление, как Селина использовала легендариум, чтобы вызвать мумии Александрии, которые попытались остановить фей. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году.